Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Ушел из жизни известный актер из «Формулы любви». Звезды кино не стало в возрасте 87 лет. Нудар Мгалабишвили ушел из жизни в грузинской столице Тбилиси. Он скончался после продолжительной болезни. Звезды грузинского и советского кино не стало во вторник 26 марта. Нудар Александрович родился 15 июля 1931 года в Тбилиси. С детства мечтавший о профессии актера, окончив школу, он в том же году решил поступать в грузинский политехнический институт, но не сдал экзамен по математике и отнес документы на актерский факультет Тбилисского театрального института. Сразу после его окончания в 1954-м начал работать в драмтеатре. В 1958-м состоялся дебют Мгалабишвили в кино. Он снимался в небольших эпизодах фильмов грузинских режиссеров и на Мосфильме. В 80-м сыграл роль второго плана в известном советском детективе «Огарева-6». Заметили его и оценили только в 84-м, после выхода картины Марка Захарова «Формула любви», в которой он сыграл одну из главных ролей – графа Калиостро. С 86 по 2000 актер мало снимался. За этот период он сыграл в фильмах «Капитан Пилигрима», «Катала», «Серп и молот», «Магония» и многих других. В сериале «По имени Барон», который вышел на экране в 2002 году, Нудар Александрович создал образ главного героя, жестокого и циничного крестного отца московской мафии. К нему снова возник интерес. После этого он сыграл другие известные роли в сериалах «Спецназ» и «Спецназ 2», а также «Диверсант» и «Фаворский». Летом 2007-го, после окончания съемок в мистическом сериале «Секунда до», Нудар Мгалабишвили решил уйти из кино. Но вскоре его вновь пригласили на главную роль в картину «Исповедь Дон Жуана» вместо тяжело заболевшего Армена Джигарханяна. Всего в кино Мгалабишвили сыграл почти 40 ролей. Искренние соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.